забрал мяч. Чантурия переиграл Губачана. А теперь еще и обманул Денисова. Закрыл мяч корпусом. Все, уже пора было освобождаться. Да, уже надо было пас отдавать. Неко был и смотрел на него, мол, давай уже, пора. Можно было в стенку сыграть. Аут. Хозин сегодня, кстати, не играет, тот самый. Да, Дудиев. Дудиев его место здесь в первую очередь. Вот сейчас пока выдержали 25 минут точно совершенно. Чантурия. Ближний угол и гол. Нет? Это значит руками Малафеев сетку задел. Удивительный момент, да, показал, что уже все. Как Чантурия пробил, великолепно, а? И не ожидал Вячеслав Малафеев подобного. Давайте еще раз посмотрим. Отсюда будет нанесен удар по воротам. Да, туда сетку задел Малафеев, но достал все-таки. А, мяч попал в перекладину. В руки Малафеева. Еще момент возникает у ворот «Зенита». В руки Малафеева. Ков. А не Ков. Хубулова сбил, да. Не удалось добить мяч Руднее, хотя у него две было возможности вот здесь это сделать. Вот здесь мяч отскочил, вроде бы все, уже надо добивать вратаря в ворот. Моментов на самом деле. После удаления практически ничего. Чантурия. Обыграл и подал. Губачан. Аут. Чантури и в обороне. А и вот эта игра нападающего в обороне. Сняли мяч. Снял-то Даня у него. Но правда он пробежал уже. Тут Чантури техничен. Молодец. Молодец. Хорошо. Вот уже передерживает порой только мяч. Но его сбили. Ну правда, какой грузинский футболист не любит. Ну как и бразильский. Как и бразильский. Удерживает мяч. Подача. Нек это перевисел немножко даже сейчас Ломберс, но пробил уже из борьбы. Нет, это Чантурия. Чантурия, да, это Чантурия. Справа фланга, да, действительно сместился. Да, Чантурия у мяча. Нека немножко в отдалении. Сейчас готовится войти в штрафную. Надеюсь, остаться незамеченным. Ох, какая срезка. Мяч от головы широкого летел в ворота. Неко. Чантурия. Здорово, Владикавказ сейчас играет. Штрафного нет. Опять мяч вылетает. Но они смотрят, как атакуют. Они в 10. Должны рисковать. Нет, это Неко там был как раз. Чантурия. Ну, что значит, техничный игрок может мяч держать, да? Чантурия. Шемберс направо сыграл. Чантурия там. Вот Чантурия. Наверняка удар по воротам будет. Малафееву нужно внимательно очень сейчас. Там готовится. Мяч выскочил. Надо в створ ворот закручивать. Да, и здесь будет играть высокорослый. Да, это удары. Именно опять в ближний угол, да. Вот готов уже был Малафеев по сравнению с первым таймом. Ну, потому что знал. Вы же сказали, он же слышал. Сейчас, кстати, Константин Зырянов, похоже, выйдет на поле. Очень хорошо. Константин сейчас в очень хорошей форме. Хорошо опять пробил Чантурия. Да. И у Алании записочка пошла. Здесь на поле появится Тамаш Прискин. Нападает. Пытаться все-таки отыграться. Ну вот еще удар. И мяч попадает в угол опять. Смотрите, мяч летит в ворота. То есть все-таки пока так сказать нельзя. Нельзя. Ну, хорошо, да. Чантурия. И удерживает мяч. Все равно удерживает мяч. А затем Губачин задевает его рукой. Штрафной удар. Там уже помимо, карточка. Карточка. Помимо Романа Аркадьевича сейчас же еще есть всякие шейки. ПСЖ. Да, есть. Есть кому покупать. И тем временем Чантурия. 0-2. Алания проигрывает. 66-я минута. И Михаил Бакаев сейчас выйдет на поле еще. Вторая будет замена у Алании, пока Чантурия выполняет очередной штрафной. В общем, опять может попробовать пробить хоть из такого острого угла. Уже два опасных удара он нанес. Что будет сейчас? На этот раз все-таки подача. Малафеев. Хорошо, сейчас разыграли мяч Владикавказца. Какой пас великолепный. Ну, бить надо. Удар. Не точно. Решил все сам сделать. В итоге. Все сам. Георгий Чантурия
Ну и... Бакаев сделал эту передачу. Михаил Бакаев. Под левую переложил и пытался вкрутить. Пас Аникову. Чантурия прервал эту передачу. Чантурия. Слева расположился, видимо, Ходин справа. Вот так, вот. А затем притормозить. И получишь мяч. Защитник-то убежит своим воротам. Между ног Халку сейчас Чантурия пробросил мяч. По-прежнему он очень активен. Вот пас не точный. Неутомимый. Неудержимый. Рывок какой сделал на 85-й минуте. А Чантурия молодец. В падении выбил мяч ногами. Чантурия, да, старается. Запомнился по сегодняшнему матчу, по крайней мере. Придил себя на удар. И вот опять Чантурия идет на пятящегося Алвиша. Ему помогает вроде Денисов. Уходит Чантурия. Удар. Это прострел был. Молодец. Прострел был угловой. В атаке. Он от после стандарта остался. Чантурия. Опять финт. Еще финт. Удар. Удар-то сильный у Чантурии. Не такой, конечно, как у Халка. И над воротами мяч пролетел.